Решение об увеличении тарифа принято в связи с ростом себестоимости проезда. Сейчас она составляет не 25, а 27 рублей. 8 декабря с утра уже 24 рубля тариф новый. Вот. То есть там, я не знаю даже, говорю, тут все идет, упирается в то, что это самое, все же повышается. ГСМ повышается, запчасти цена повышается, ЖКХ повышается, энергоносители цена повышается. Сейчас вот с января месяца опять вводят новый акциз на топливо, и опять цена на топливо повысится. Распоряжением департамента по тарифам по всей Новосибирской области установлена максимальная стоимость поездки – 24 рубля. С одной стороны, уверены перевозчики, это положительно скажется на доходах предприятия. Но новый тариф не способен улучшить ситуацию в полной мере. Я считаю, что сейчас наше время, допустим, сегодняшнее. Вот и 24 не спасет, и 26 не спасет, и 27 не спасет. Хотя у нас тариф, допустим, это, так сказать, можно сказать, в области, один из самых низких в Искитиме увеличится количество пенсионеров. То есть у нас за деньги ездит людей все меньше, по социальной карте людей все больше ездит. Мы вот анализ делали по сравнению с прошлым годом. Также сегодня, чтобы уменьшить убытки пассажирского предприятия, актуализируют схемы движения, пришлось уменьшить количество автобусов, опираясь на данные анализа пассажиропотока в выходные дни.